Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса и рубрика «Коротко и ясно». И сегодня мы поговорим о вегетососудистой дистонии, профиль которым канал Невроза Мегаполиса и я занимаемся уже более 6 лет. Но сейчас в формате «Коротко и ясно» я расскажу вам о том, что же такое вегетососудистая дистония, сжато, четко и что надо делать. Если ты посмотрел первый раз этот ролик и тебе интересует тема ВСД, паники, неврозов, ОКР, депрессий, подпишись на канал и посмотри все ролики, как и «Коротко и ясно», так и ролики начинающим и прочие образовательные материалы. А я уверен, они тебе помогут, как и многим тысячам людей в этой стране, поскольку канал с 2011 года освещает эту тему. Итак, что же такое ВСД? Скорее всего, ты почувствовал себя когда-то плохо, нехорошо, у тебя случилась паника, или у тебя что-то закружилось, застучало сердечко, стало тяжело дышать, или в метро, или на улице, или на работе. Ты вызвал скорую, возможно, пошел к терапевту, и тебе поставили диагноз вегетососудистая дистония, или в кавычках это называется аббревиатура ВСД. Ты потом пошел в интернет, написал ВСД или лечение ВСД, у тебя выпали какие-то форумы или какие-то медицинские или околомедицинские сайты, где толком ты ничего и не понял. В итоге 2 дня ты провел в интернете, промониторил суть вопроса и понял, что никто ни хрена не понимает, что же это такое. Врачи говорят, что вроде как это лечить не надо, назначают общеукрепляющий, то невролог, то терапевт. Кардиологи говорят, все хорошо, хотя ты жалуешься на перебои в сердце и тахикардии. Неврологи говорят, все в порядке, тебе назначают все больше и больше анализов. Ты попадаешь в врачебный лабиринт, тратишь огромное количество бабла, тревога только нарастает, потому что тебе на самом-то деле тебе хреново. У тебя кружится голова, у тебя сердце, у тебя диарея, ты теряешь сон, аппетит, худеешь и так далее, и ты не знаешь, что с тобой происходит. Первые мысли, а вдруг я сойду с ума, а вдруг я уже сошел с ума, а вдруг у меня будет инфаркт или инсульт, начинаются страхи. Потом начинаются какие-то панические приступы, то в метро, то на улице, и так ком раскатывается, в итоге все хреново. Давай разбираться, что же такое изначально вегетососудистая дистония. Давай начнем с того, что сам термин – это аббревиатура. Это не симптом, это не болезнь, которую можно назвать, например, грипп. То есть вегетососудистая дистония – это синдром. Синдром – это совокупность симптомов или жалоб. Соответственно, когда мы говорим о вегетососудистой дистонии с точки зрения диагностики, то я тебе перевожу язык врачей. Они говорят примерно тебе следующее. Они говорят, короче, братан, мы тебя обследовали, у тебя ничего патологического не обнаружено. Ни язв, ни опухолей, ни инсультов, ни инфарктов, сердце твое бьется нормально. Да, немножко учащенное, поэтому они говорят, синусовая тахикардия. Да, у тебя есть экстрасистолы, да, у тебя это, но все это тебя не убьет. Мы тебя проверили, невролог, кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, засунули колоноскоп, засунули в рот, засунули еще там куда-нибудь. Все у тебя хорошо, но у тебя ВСД. Вот здесь не надо себя пугать. Если тебе сказали, что у тебя ВСД, радуйся, потому что тебе сказали, мы у тебя ничего патологического не обнаружили. Но жалуешься ты на вегетативные состояние. Что же такое вегетативное состояние? Твоя тахикардия, ком в горле, нехватка воздуха, чувство предобморочного состояния, ощущение внутреннего страха, спазм по ногам, по щекам. Все это регулируется вегетативной нервной системой. Давай разбираться, как так происходит. Давай вспомним тот период, когда у тебя началась вот эта вот хрень с организмом, когда у тебя пошли первые вегетативные состояния, которые начали потихонечку усиливаться, и ты начал обращать на это внимание. Если на самом деле отследить 2-3 месяца до начала этого состояния, включая панические атаки, о которых мы поговорим в следующем ролике коротко и ясно, более подробно, ты вспомнишь, что у тебя на самом деле были обстоятельства в жизни, семейная жизнь, профессиональная сфера, личная, тема каких-то отношений или ситуаций на работе, или с деньгами, или с родителями, где на самом деле ты достаточно долгое время пребывал в состоянии потихонечку накапливающегося внутреннего стресса. На самом деле таких ярких ситуаций, прямо которые выходят за рамки, не было. Но то одно, то второе, то третье, плюс твоя форма реагирования – и создает определенный поднимающийся градус внутри твоей психики. И незадолго до первой панической атаки или незадолго до первых ярких жалоб, вегетативного криза, иногда это так называют,
Можно вспомнить, что случилась какая-то последняя капля. Работа, какая-то болезнь. Иногда кто-то бухнул и на утро проснулся, и его начало крыть в этом смысле. То есть какая-то иногда кто-то принял, покурил что-то. То есть последней каплей к выходу вегетативная активность или невротический симптом может явиться. Покурили наркотик, выпили, поссорились с кем-то, просто душно было летом и так далее и тому подобное. То есть последней каплей будет являться какой-то стресс, который уже стал последним моментом в накопленном стрессе и полезла защитная реакция в виде демонстрации, что, чувак, у тебя вообще-то эмоциональный перекос. Так вот, ВСД – это не болезнь, это комплекс симптомов, указывающих на эмоциональное расстройство. В медицине это называется неврозы. Тревожно-фобические расстройства и неврозы в целом. От неврозов не умирают, от вегетососудистых проявлений не умирают, хотя очень часто случаются панические атаки. Опять же, об этом в следующем ролике. Но как бы у тебя ни билось вегетативно сердце, как бы тебе вегетативно не было хреново, знай одно, ты не умрешь. Это субъективно неприятно, это субъективно мучает тебя и заставляет думать, а вдруг это, но запомни, никто от этого не умер, ни один врач не скажет, у вас ВСД срочно, срочно в больницу, реанимацию, нет. Тебя будут мурыжить годами, но ты не умрешь. Посмотри на форумах, или те люди годами сидят и обсуждают свои симптомы, ВСД левая пятка, ВСД левая ноздря, ВСД и остеохондроз, ВСД и планета Меркурий, ВСД и трава, тысячи тем, годами на манеже все те же рожи. Никто не умер, с ума не сошел. Вопрос, почему? Потому что от неврозов, панических атак, ОКР и так далее не умирают. Но жизнь становится тяжелой. Давай разбираться, что надо делать. Если у тебя началась вегетативная симптоматика с элементами панических атак или без элементов панических атак, неважно, сейчас только о ВСД говорю. Первое. Пройди обследование, чтобы себя успокоить. Кардиолог, терапевт, пульмонолог, гастроэнтеролог по тем жалобам, о которых ты жалуешься. Наша основная задача – исключить действительно органическую патологию мозга, кровообращение, сердце, дыхание, органов и систем. Если тебе не сказали о серьезных проблемах, которые требуют лечения, запомни, невозможно пройти исследование так, чтобы серьезную проблему не найти в организме. Хорошо, если ты сомневаешься, максимум пройди второе независимое исследование. Но это максимум. И четко для себя запомни, что я прошел два независимых ультразвукового, кардиологического исследования. Все в порядке. Значит, серьезных проблем быть не может. Сделай вывод. Значит, у меня есть эмоциональное состояние. А теперь давай вспомним. Вспомни свой институт или школу, ЕГЭ или диплом или собеседование. Вспомни, когда ты на него шел. Или вспомни, когда ты первый раз садился, ехал за рулем в городе. Ладошки потели? Потели. Сердечко билось? Билось. Тебе было некомфортно на первом свидании. Вспомни, как ты себя чувствовал телесно. У тебя вегетативно было все то же самое. Почему? Потому что на самом деле вегетативная система имеет две педали, газ-тормоз. Газ разгоняет вегетатику, тахикардия, дыхание, пот, кожа приливает кровь, расширяются капилляры. И педаль тормоза – это замирание. Сердце урежается, урежается частота дыхания, спазмируется, мурашки, человек замирает в анабиозе. Симпатическая, парасимпатическая отдел вегетативной нервной системы. Но сейчас мы не будем этим вас грузить. Что же происходит во время невротического расстройства? Когда у тебя эмоциональное состояние поднялось, внутреннее, к твоим окружающим обстоятельствам, у тебя эмоции стали проявляться, но только внутри. В этом вся подстава. Именно это и пугает людей. Ты моешь посуду, ты едешь на работу, и откуда ни возьмись, появилось вегетативное состояние. Первое, что приходит человеку в голову, я умираю. Его же не учили в школе, что такое бывает из-за эмоциональных состояний. Но когда ты сдавал экзамен или ехал первый раз за рулем, или сдавал ЕГЭ, или диплом, ты испытывал вегетативное состояние, почему ты не пугался так сильно? Потому что ты мог себе это объяснить. Мне сейчас страшно, потому что у меня. Ты мог себе это объяснить.
А вот в метро, на улице или еще где-то ты не можешь себе это объяснить, что со мной. И первое, что тебе приходит в голову, это смерть. Соответственно, запомни обследование, вывод и последнее. Вегетососудистая дистония не требует медикаментозного лечения. Вегетососудистая дистония – это обычные эмоции, которые зарыты под определенным эмоциональным состоянием. Муж, жена, работа, карьера, друзья, деньги, кредиты, долги, внутренний прогресс, реализация собственных амбиций, кем я хочу быть и что я хочу делать. Вот в этих сферах слишком много нерешенных внутренних вопросов, слишком много внутреннего такого самоедствия, самобичевания. Именно это вызывает эмоции. Какие же эмоции обычно стоят за вегетососудистыми проявлениями? Это подавленная подавленная злость, подавленный страх, подавленная обида, вина и стыд. В основном, конечно, страх, потому что тахикардия, вот это все, что начинается, связано со страхом. Например, ты не знаешь, какое решение принять с девушкой или какое решение принять с парнем. Ты не знаешь, как лучше поступить на работе, или ты не знаешь, как лучше поступить в этой той или иной ситуации. Тебя это начинает парить. Ты затягиваешь ситуацию, потому что ты не знаешь, как поступить. Затягиваешь на месяц, на два, на три. Тебе вроде хочется уйти, а вроде хочется остаться. Вроде хочется послать, а вроде как и не хочется послать. Вроде знаешь, а вроде опасаешься. И вот эти все нерешенности внутри копятся. Это и приводит тебя к вегетативной активности. Не пугайся этой активности, иначе ты перейдешь в паническую атаку, в паническое расстройство, а возможно потом в агорафобию. Если тебе интересна тема панической атаки, паническое расстройство, агорафобия, смотри рубрику «Коротко и ясно» дальше. Ты понял, что такое ВСД? Это не нужно лечить медикаментозно. Это прямой профиль психологии, психотерапии и людей, которые на этом специализируются. Главная задача – не загонись, что у тебя что-то не так. Просто, если есть вегетатика, отвечаешь себе, да, это обычные внутренние эмоции, ничего страшного. Не углубляйся, не загоняйся, не старайся идти в интернет, а что это? Ничего, кроме испуга и неправильной информации, ты не получишь. Вот сейчас ты услышал все, что тебе надо себе сказать. Это просто эмоциональное состояние. Отвлекись, попей горячего чаю, сходи в душ, прочитай книгу, займись чем-то, но никак не разгоняй эту историю в какие-то сомнения, иначе ты перейдешь в панику. О панике смотри далее. Спасибо, это была рубрика «Коротко и ясно», портал «Невроза Мегаполиса», Алексей Красиков. Подписывайся на канал, ставь лайки, и ты узнаешь много интересного.